Сегодня мы покажем тебе, как создать женственный летний образ, подходящий для любой вечеринки. Вначале нанеси немного светлых теней во внутренний уголок глаза. Теперь нанеси темно-розовые или пурпурные тени во внешний угол века, растушевав, как будто ты рисуешь стрелку. Затем подведи этими же тенями линию нижних ресниц. Выбери оттенок, находящийся примерно посередине между первым и вторым, и растушуй по центральной части века. Так ты создашь эффект омбре. Нанеси на ресницы тушь и не забудь про матовую помаду или мусс, чтобы завершить этот выразительный образ. Поздравляем! Теперь ты готова отправиться на вечеринку!